О, привет, привет. Меня Ваня зовут. Я Наташа. Ты просто понравилась, я подошла вообще пообщаться с тобой. Спасибо. Чем ты вообще занимаешься? Я на журфаке учусь. Да. Тут совсем далеко находится. Здесь близко, да? Я просто не знаю, где это находится. А ты из школы-студии? Да. Правда? Да. Прикольно, и как там? Нормально. Пока устраивает. Меня пока только поступил, вот. На первом курсе? А, да. Прикольно. Слушай, а вообще хобби, может, увлечение вообще чем? Журналистикой. Да? Ну, сам... Посмотреть, как хобби. А, ну, прикольно, прикольно, слушай. Ну, вообще, такая милая, может, я твой номер возьму, как-нибудь встретимся? Давай. А, может, лучше не номер, а Facebook, например? Ну, блин, я там просто вообще не сижу. ВКонтакте? ВКонтакте тоже редко. Ну, давай номер возьму, а чё? Ну, ладно. Как бы, если не захочешь, мы не будем встречаться, захочешь как? Хорошо, давай, запиши меня, в общем, ну, просто Ваня, запиши меня, там. Или там... А как ты вообще это... Как обычно жарят яйца, я еще хотел спросить у тебя. Как обычно жарят яйца? Ну да. Интересный вопрос. А, в смысле, какой-то рецепт? Ну вообще, ну обычно у тебя вот как бывает. Делаю омлет. Омлет делаешь? Да. Ну а яйца на чем жаришь? На сковороде? Да, конечно. На чем еще можно? Куда же ладно? На сковороде? Ну, а на чем еще можно? Ну, блин, это, конечно, оригинально, но какой парень на это вообще согласится? Я как-то об этом не думала, когда готовлю себе завтрак утром. А, ты про завтрак говоришь? Да, ты про что говоришь? А. Ну, ладно, я тоже про завтрак. А, ну, ладно, слушай. Это оригинальная шутка? А? Это оригинальная шутка? Какая шутка? Ты не шутил? Нет. Интересно. Извини, очень спешу. Ладно, давай, я надеюсь, встретимся еще. Спасибо.